Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzzle of Flame, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Evolved на хардкорном сервере, продолжаем выживать, и мне здесь нужно вот достроить эту платформу, но, зараза, здесь появился Карна, несколько ужасных птиц бегает, зараза, что-то мешает, что-то мне не получается здесь строить. Дерево мешает, наверное, нет? Нуждается в точке привязки, что-то мешает. Блин, ну что ж ты будешь делать-то, а? Ладно, черт. Давай вот тогда вот так вот. Интересно, этого достаточно или нет? Или повыше все-таки? Или вот до конца уже тащить вот так вот? Ладно, пускай будет так до конца. Хорошо, ставим наверх платформу. Давай. Найдем сейчас точечку. Вот. Отлично. Теперь постараемся поставить вот так. Я могу же сделать еще одно. Есть, отлично, я могу еще одно сделать. Захватил с собой на всякий пожарный еще и дерево, помимо самих готовых платформочек. Так, сейчас найти бы точку, чтобы... Нет, так мы точку не найдем, надо взлетать и садиться уже наверх. На верхнюю платформу. А, черт. Тихо, зависаем. Я понял, как нужно приземляться на нем, вот так вот. Зависли, сели и нормально. Тихо. Тихо, давай достраивать. Сюда. Летим. Фуф. Блин, не хочу вниз. Не хочу вниз. Игра периодически крэшится. Периодически слетает видеодрайвер. Ну и он не слетает, а какую-то ошибку выдает. То оперативка забивается. Я даже не знаю, что виновата. То ли игра, то ли Windows. То ли то и другое одновременно. Мне кажется, и то, и другое одновременно. Один из последних патчей, вот он, мне кажется, привнес вот эту ерунду. Да что ж ты не хочешь приземляться? Да куда нужно? Давай, садись. Есть, отлично. Села. Молодец. Ну вот так вот. Все. Сделали, наконец-то, нормальную, достаточно большую платформу для посадок. Теперь. Встали сюда. Есть. Выпрыгиваем, и всегда направо. Фуф. Ну и что? И что, и как мне из него добывать? Посмотреть инвентарь. Содержит сок, выделившийся из дерева с течением времени. А где сок? А где сок? Эй! Где сок? С течением времени, а сок где? Мне что, не повезло, что нужно в другую теперь вставлять? Я что-то не понимаю. В другое дерево? Чё за бред? Как так-то? Это что за прикол такой? И внизу Карна тусит, а? Ну что ты будешь делать? О, чудо! Здесь появился одна единица сока появилась. Насколько часто она появляется? В общем, может быть, рядом нужно находиться? Может, смотреть внутрь крана нужно? Может быть, какой-то глюк был? Может быть, нужно было дотронуться до него, чтобы он начал работать? Я не понимаю. Ладно, сейчас буду сидеть и смотреть, и, соответственно, вам скажу, с какой скоростью он появляется. А может быть, он просто появляется очень-очень редко. Соответственно, мы должны здесь его оставить на целый день. И завтра прийти, и завтра отсюда добыть древесный сок. Вот это мне непонятно. Хм, а я хотел поприручать, половить рыбку, но, видимо, сегодня не получится. Я, честно говоря, не понимаю, в чем прикол, но сейчас там три капельки, да? И появляется примерно, ну, где-то раз в минуту, что-то типа того, скажем. Очень странно на самом деле, потому что до этого не появлялся. Может быть, я все-таки действительно должен был просто находиться рядом или хотя бы дотронуться до крана, чтобы он начал работать, я просто не понимаю. Но здесь нету никаких вариантов. Ну-ка, если удерживать. То есть можно только либо посмотреть инвентарь или разрушить. Ну вот, четвертая капля появилась. Прошло примерно, ну, где-то минута прошла, может быть, чуть даже больше. Может быть, полторы минуты. Интересно, Карна высокого уровня? Карна. Самка Карна пятого, да? Но, по идее, мы с вами можем ее запить. Если аккуратненько так. Бамц. Бамц. Не бамкнули. Следим за выносливостью. У нас всего 4 пролета. А может, все-таки 3 и их стопе? Тихо. А куда меня так высоко подкинуло, а? Не, мы так мы будем ее убивать очень долго. Так мы ее будем убивать очень долго. Диана. Ага, вот вижу, отлично. Нормально. Не так долго, как я думал. Замечательно, получили уровень. Где-то здесь еще ужасная птица была. Давайте вкачаем еще выносливость.
нашему птеру. Замечательно. Еще выносливость качали. Где-то ужасная птица была. Я вот, ну пускай, он здесь заглючил в скале. Пускай он там сидит, этот птер. Мы с вами еще примерно минуту или что-то около того повоевали. Я смотрю по таймингу, да? Черт тебя дери, как же меня бесит это место. Почему ты все время куда-то хочешь улететь? Садись на платформочку. Чего тебе платформочка не нравится? Такую построил классную. Можно будет ее, кстати, немножко потом расширить. Вон там вдали ужасная птица побежала с кем-то сражаться. Не понимаю, не вижу отсюда с кем, ну да ладно, бог с ним. Давайте проверим кран. Дождь начался, замечательно. В кране 5 капель. Если я не ошибаюсь, в одном стаке может быть 20 капель. То есть минут через 15-17 нам нужно сюда вернуться и проверить, что там внутри. Смотрите, кого нашел. 145-я самочка птернодона. И походу застряла. Сейчас попробуем ее там... Блин, не знаю, как получится, не получится. Попробуем обездвижить. Может даже стоит сейчас вот над ней вот здесь вот приземлиться. Точно, точно, точно. Мы сейчас вот здесь вот приземлимся. Я просто не знаю, как мне... Я смогу ли ее оттуда выковырить потом. Где она? А вот она, господи. Темно, ни черта не видно. Слепой совсем. Так, обязательно обездвиживаем. Есть, получилось, отлично. Отлично. Пассивность. И в голову, давай, 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 давай. Транквилизирующими. Главное не убить. 3, 4, 5. Стреляем. 1, 2. Уснула. Замечательно уснула. В идиотском месте. Как мы оттуда выкарабкиваться будем, я не знаю. Ну да ладно, сейчас мы с вами возьмем кибл, у нас должно быть около 20 штук, и этого, по идее, сейчас проверю, должно хватить на ее приручение. Вот-вот закончится X2, давайте быстренько сейчас проверю. Так, на 145 нужно 25 киблов, соответственно, пойдемте за киблами, у нас вот здесь вот 20 киблов, 22 наркотика, мне кажется, будет маловато, давайте возьмем еще. Ну же, давай спрыгивай. Отлично. Погладили листика. Замечательно. Взяли 50 наркотиков. Есть. Полезли наверх. Так. Ягоды из страйка возьмем парочку. Ну, это лично для меня уже. И все, летим скучать рядом с тем птером на протяжении следующих скольки? На протяжении следующих 50 минут, ну практически часа. В общем, будем приручать его практически час, будем скучать там рядом с ним. Ну что поделать, что поделать. Я сейчас буду сидеть рядом с ним, наверное, уже перемотаю на тот момент, когда он приручен. Точнее, она, так как эта самочка 145 уровня, обалдеть, ребятушки, ну реально подфартило. Реально, очень хорошо, сильно подфартило. Как мне до нее добраться, я сейчас что-то не шибко представляю. Не шибко я представляю. Так. Посмотреть инвентарь. Есть. Есть. Держи киблы. Держи наркотики. 1, 2. Голод у нее убавляется, в принципе, очень медленно. На своего птера я сесть даже не могу. Слушайте, я здесь застрял с ней. То есть, на самом деле, я здесь с ней застрял. Обалдеть. То есть, ну, как я и говорил, в общем, я сейчас здесь буду скучать довольно-таки продолжительное количество времени, я так чувствую, если только я не смогу от себя отсюда выковырить. И как мне себя отсюда выковырить? Да никак. Это... А это прикольно. А, нет, отсюда можно выпрыгнуть. Тихо. Черт, это сложно, но можно. Ну-ка, ты там скоро съешь-то что-нибудь, эй. Эх, господи. Так, она съела один кусочек. Ну да, как я и говорил, это будет очень долго. Это будет очень долго. Господи, что ж мне делать-то, а? Невероятно. Просто невероятно. Мы сейчас все видели сами. 20 минут мучений, и я выбрался. Вот это жесть. Черт, и чего делать-то теперь, эй?
А чего теперь делать? Как мне его подкармливать там? Знаете что? Полетели-ка мы с вами, слетаем обратно в дом. Я хочу сделать сейчас лестницу. Там в одном месте можно поставить эту самую, как ее... В одном месте можно поставить фундамент, соответственно. Сейчас мы с вами сделаем лестницу. Да мне не нужен дом, мы сейчас соберем ресурсы по-быстрому. Дом мне не нужен. Так, раз, два. Соберем ресурсы, чтобы второго раза эта фигня у нас не повторилась. Это же жесть какой-то, какая-то. Я там 20 минут вот так вот прыгал из стороны в сторону. Ну, не прыгал, а пытался вот по камням зацепиться, забаговать среди камней, чтобы меня вытолкнула система наверх. И все-таки это получилось сделать 20 минут. Ну, потому что я уже отчаялся, я уже думал, ну все, трындец. То есть, либо этот персонаж запорот, либо нужно писать куда-нибудь этим самым админом, что-нибудь типа того, да? Так, 160, 78, изготовление на лестницу нам нужно сколько? Лестница, лестница. А я ее не умею делать, если не ошибаюсь. Я ее нашел, у меня лестницы-то не было. Я не учил, веревочная мне не нужна. Вот она, деревянная лестница есть, выучить. Выучить, хорошо. Предположим, что у нас по ресурсам 78. На лестницу нужно всего 4 дерева, солома, волокно. Хорошо, это сделали. Сделаем одну рампу. Блин, я даже не знаю, как там подобраться к этой птере, к этому птеродактилю. А, это я сейчас получил уровень. Обалдеть. Так, 290 жизней. Все, 300. 300 жизней и пока хватит. Как раз для хардкор-сервака, мне кажется, 300 жизней вообще супер. Ну, также у меня на Скорче Терс 300 жизней, но там по другой причине. Там потому что жара убивает, ребят, жара убивает. Стойкость, это, конечно, замечательно, но вот и жизни просто нужны реально. Жизни тоже нужны. Так. Приземляйся тут. Там наш птер. Что будет, если... Так, смотрите. Мы ставим как-нибудь... Вот так фундамент. Есть. Замечательно. Стоишь, стоишь. Стоишь. А лестницу я здесь могу вниз поставить? А-а-а. Во, вот здесь могу. Лезь вниз. Подожди, вниз мы лезть не будем. Как я оттуда выберусь? Как я оттуда выберусь? Да никак я не оттуда не выберусь, господи. Давай рампу тогда. Бумц, рампа, есть. Главное сейчас с нее не свалиться. Я придумаю, как до тебя добраться, не переживай. Я придумаю, все будет хорошо. Все будет хорошо. Слушайте, нужно ускориться, потому что у нее сейчас она проснется. Нужно что-то делать. Во! Я, походу, сел. Тихо. Тихо. Блин. Ну-ка, попытаемся заползти к ней туда-обратно. Отлично, получилось. Фуф, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Давайте 10 скормим как раз до максимума. Есть, и отсюда мы до птера достаем. Он еще на нас накакал. Фуф, вот это жесть. Вот это самое жесткое мое приручение за все время. Ну, не самое жесткое, так скажем, но... Но реально очень-очень сложно было вот это все сделать. И мы сейчас с вами, если вам интересно, вот видите, в каком положении. Вот в таком мы с вами положении, очень хорошо зафиксированном. Все, осталось еще полчасика здесь повисеть и поприручать ее. Но хотя бы я теперь уверен, что я отсюда смогу вырваться. Итак, по идее, вот-вот она должна приручиться. Я на это очень надеюсь, что сейчас. Но, возможно, нет. Да, нужно съесть еще один кибл. Ладно, ждем. Ждем. А тем временем уже начинает темнеть, уже 9 часов вечера. Ха-ха, прикольно, начал вчера вечером, а закончил сегодня. Ну что ж, получается, целый игровой день здесь рядом с ней провел. Как видите, голод очень-очень медленно убавляется. Даже не знаю, можно там использовать один наркотик, но это ничего не даст, это ничего не изменит, так что придется ждать, когда голод опустится до 2920. И тогда она приручится. И надеюсь, что у нее как раз получится 199 уровень. То есть
эффективность приручения остается 74,8%, я надеюсь, что она не упадет дальше. И это будет самым-самым топовым птером, который у меня только был. Это вообще будет самым топовым динозавром, который у меня вообще когда-либо был в арке. Блин, так супер, жду не дождусь. Ну, правда, у меня еще в выжженной земле есть яйцо 170-е. И вот, наверное, он у меня будет, когда я его вылоплю самым топовым. Но пока что будет этот птер. Соответственно, мы ее прокачаем. На ней уже можно будет спокойно убивать, например, альфа-рапторов. Тем самым и мы будем качаться, и она будет качаться. Но, честно говоря, мне это делать очень страшно, потому что игра периодически вылетает. И если будет крэш игры рядом с альфа-раптором, это будет означать просто то, что я потеряю своего персонажа раскачанного. Так что я, честно говоря, даже не знаю, может быть, рискну, может быть, не буду рисковать. Посмотрим, поживем, увидим, чуть-чуть осталось. Но вот теперь-то уж точно она приручится, давай, ешь кибл. Отлично. Так, назовем ее птерище. Ну, что-нибудь типа того. Пускай будет так. Так, 199 уровень, давайте посмотрим статистики. 1134 жизни, 1230 выносливости, 255 носимый вес, 259 урон в ближнем бою, 136 скорость передвижения. Просто супер, ребят. И как раз получил скиблов, рассчитал тютелька в тютельку, там буквально осталось две штучки. Так, сейчас мы в нее кладем седло, давай. На нее надеваем седло. Ну-ка, свет включим. Фуф. И надеюсь, что я смогу отсюда вырваться. А, блин. Птер, ты мне мешаешь. Птерчик, ты мне мешаешь. Зараза. О! Отлично, он взлетел, и мы пролетели под ним. Фуф, отлично. Ну что ж, полетели, посадим нашего маленького птера обратно домой. Наверное, сейчас ночью я уже ничего делать не буду. Подожду до утра. Летит? Летит, еще как летит. Он очень скоростной, молочага. Фуф, слушайте, какой суперский птер получился. Так, сейчас мы его поставим домой. Так, залетаем. Где он? Эй! А, он следует за ней, кстати, да? Он следует за ней. Ну ты как там, проберешься, нет? Господи, боженьки мои. Давайте возьмем седло и пойдем на того пересядем. Так, проползли здесь. Отлично. Седло. Ах ты, черт, отсюда сесть не можем на него. Ну-ка. Приказать следовать. Приказать не следовать. Все, отлично. Закрываем ворота. Черт, я оказался снаружи, зараза, из-за этого. Закрываем ворота. Где он? Ах ты, черт. Всем стоять. Стоять всем. Тихо, спокойно. Забираем его и несем его домой. Фу. Блин, огромную работу, ребят, с вами сделали. Потому что вот такой мощный птер мне именно и нужен был. Сейчас мы полетим, когда рассветет. Давай, куда-нибудь этого поставим, так, чтобы он нам шибко не мешал. Нужно его куда-нибудь приткнуть его куда-нибудь так, чтобы он нам не мешал. Места мало, господи. Нужно будет сейчас расширять базу. Вот сюда, в уголок его, чтобы никто не уволок. Соответственно, как-нибудь. Ну, так, чтобы, знаете, и не выпирал он особо за стену. Мало ли чего. Вот так вот. Есть, слезли. Забираем с него седло. Есть. Потому что на новое седло у меня просто нету сейчас ресурсов. Да, я здесь по-прежнему могу спокойно пройти. Это хорошо. Забираем киблы, забираем наркотики. Это тебе больше не пригодится пока что. Ну, вообще, точнее, не пригодится. Кладем сюда. Ну и давайте, наверное, теперь уже продолжать, когда рассветет. Полетим качать этого птеродона. Замечательно. Также я совсем забыл, что мы с вами уже можем делать укрепленные деревянные двери. Так что сейчас мы обязательно одну такую сделаем. Точнее, не одну, а две поставим сейчас в наши дверные проемы, чтобы отсюда нам их проломить не могли. Изготовить две. Замечательно. Давайте выйдем. Есть, обе готовы. Ставим сюда. Выламываем эту дверь. Замечательно. Ставим укрепленную.
Поставили укрепленную, ставим пин. 6250. Но ну, уе, это 6250. Но я так думаю, что там может быть меньше будет у нее отниматься здоровье, когда по ней бьешь киркой или еще чем-то, да? То есть будет сложнее ее сломать. Так, все, отлично, хорошо, это мы сделали. Потом поставим мы с вами обязательно какие-нибудь металлические или еще какие-нибудь, пока я их еще делать не умею. Ну, в будущем, я думаю, смогу. Там будут какие-то более крепкие двери, если не ошибаюсь. Кстати, давайте посмотрим. Вот, металлическая дверь, да. Но пока я их просто делать не могу, обязательно поставим их. И у нас там, я не знаю, что там происходит с как раз краном для сбора древесного сока, но мы обязательно слетаем, когда расцветет, и посмотрим. Итак, рассвело, ночью я построил здесь несколько стенок, давайте их установим, чтобы обозначить границы комнаты, наверное, вот так вот, есть, ну, довольно-таки большое помещение, сюда, конечно, огромные динозавры не влезут, но вполне неплохо. Мне кажется, нормально. Потом будем расширять. Пока что пускай будет так. Потом еще больше расширим. Я сейчас каких-то гигантских реально динозавров приручать не собираюсь. Так, давайте-ка посмотрим. Что я здесь хотел построить? Наверное, все-таки большие ворота. Хотя, может быть, может стоит расширить это дело и построить здесь гигантские. В общем, надо думать. Я буду смотреть. Но пока что на это очень много нужно ресурсов. Соответственно, очень много... очень большие это будут затраты по времени. Так, сейчас еще раз так хлоп, поставили. Так что пока что давайте вот так вот. Угу. Соответственно, у меня вот здесь вот будет выход, дверь сюда. Ну, неплохо получится, я думаю, мне кажется, неплохо. А сейчас пойдемте с вами слетаем и проверим наш кран с древесным соком. Так, ты мне не нужен. Ты мне не нужен. Мне нужен ты. Ну, точнее, там самочки, но ничего страшного. Как-то я привык, что это птеры, птернодонты, и поэтому как-то в мужском роде их называю. Что у тебя, кстати, с опытом? 23,9, ну, как-то маловато, да? Что нам нужно в первую очередь увеличивать? Выносливость до 1500, потом здоровье до 1500, все как обычно. Вау, вот это скорость! Какая скорость сейчас? 136, ну, можно даже будет до 150 поднять, но на самом деле это просто супер. Давайте попытаемся заковырять какого-нибудь трайка здесь на берегу. Сейчас кого-нибудь найдем. Выносливости у нас реально много. Что? Фух, я испугался. Нет, это просто птер был. Слушайте, здесь трайков было... Ой, вот он, нашел. Есть, отлично. Сейчас быренько заковыряем. Паразаврик еще тут влез. Нормально. Что-то я не понял, какого уровня трайк. Кажется, 70 какого-то был. Сейчас проверим. А, нет, 25-го, пардон, 25-го. Показал 75-го. Эй, ты куда побежал? Эй, тебя никто не отпускал. А ваш Штирлиц я попрошу остаться. Замечательно. Замечательно. Этих съели. Выносливость. Ну и все, 4476, я думаю, вполне хватит пока что. На первое время вполне. Носимый вес до 300 подниму обязательно, потому что, ну... Нужно же как-то на ком-то что-то, ну, носить груз. Тут все-таки у меня был чересчур низкоуровневый. Поэтому с тем все было гораздо сложнее. С этим все будет гораздо проще, потому что он уже 200 плюс уровня. Соответственно, этого и раскачивать будет проще. И воевать на нем будет проще. Все проще, все гораздо будет проще. И все-таки, наверное, я повоюю на нем. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Два трайка. Да вы серьезно, что ли? Эу, вы серьезно, что ли? Не, наверное, выносливость все-таки придется приподнять, потому что, как я помню, 1400 не хватает. Наверное, все-таки до 2000 подниму. С жизнями у него все гораздо проще, чем с выносливостью. Выносливость вот из-за вот этих сильных пролетов, она очень быстро заканчивается, на самом деле. Есть. Давай еще раз, ну же, давай, давай, давай. Ребятки, умираем, давайте. Ух ты, господи, живучие какие, ты посмотри на них. Ну-ка. Ага, один из них был 90 уровня. Второй 45, я все понял. Есть, и этого тоже забили, замечательно. Ты-то куда лезешь, мил моя? Пошла вон отсюда. Давайте отлетим, здесь остановимся. Так, пускай восстанавливает выносливость. Поднимем все-таки жизни, да. Прокачаем жизни до 1500 по-любому.
Потому что, как видите, они все-таки восстанавливаются, но восстанавливаются не лучшим образом. Покушаем им. Нормально. И все. И теперь можно спокойно уже лететь к моему крану, смотреть, что там происходит. Так, вот наша платформочка. Останавливаемся здесь, садимся. Ну, вот так вот на самом деле очень просто, когда у тебя есть такая большая платформа. Давайте посмотрим, что внутри у нас. 20 штук. 20 штук, замечательно. Так, и теперь ждем, когда появится хотя бы одна еще вот здесь. И тогда можно спокойно отсюда летать. Это будет значить, что процесс пошел. Потому что в прошлый раз я просто воткнул, улетел и прилетел через, не знаю сколько, через 2 часа. А там по нулям. Ну вот это, конечно, странно. И мне, кстати, до уровня осталось всего 46 очков опыта. Прикольно. Отлично, да. Процесс пошел. Вроде больше ничего не глючит. Все хорошо. Я, наверное, сейчас пойду немножко подобываю металл. Постараюсь добыть как можно больше во время, пока не закончился X2, чтобы у меня были хорошие, большие запасы. А на этом давайте, наверное, этот выпуск завершать. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья. Пока. Надеюсь, увижу вас в следующем выпуске.